Друзья и коллеги, всем привет! Я приготовила для вас две небольшие связочки, и вы можете протестировать себя. Пишите в комментариях свои варианты ответов для базовых конструкций первой и второй хореографии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И левая. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Знаете ли вы, как раскладывается хореография номер один? Какой скелет я использовала для разучивания хореографии номер один? Если вы все это понимаете, у вас нет никаких вопросов и сложностей, я поздравляю вам. Вы вполне уверенно владеете методологией преподавания степ-1. Если у вас возникли вопросы, как это разучивается, я вас всех жду на своем семинаре степ аэробика уровень 1, где за 3 дня я научу вас работать с такой и подобными хореографиями, чтобы у вас не было ни вопросов к разучиванию, ни вопросов к преподаванию. Хореография номер 2 немного сложнее. Если вы справились с хореографией 1 и у вас вопросы с хореографией 2, значит, вам на мой второй семинар. Это семинар степ-хореографии продвинутого уровня, где за 2 дня я научу вас, как работать с более сложными, более креативными хореографиями, как разучивать, раскладывать их удобно, приятно и комфортно для ваших клиентов и абсолютно безошибочно для вас, как для преподавателя. Если вы в целом понимаете, как работать с платформой, но у вас есть только отдельный вопрос к разучиванию отдельных шагов, я с радостью помогу вам также на своих семинарах. Выбирайте свой уровень знаний на сегодняшний день и приходите на соответствующий семинар. Буду рада вас видеть, как всегда, в нашей школе фитнеса, тренеров «Фитнес-экспресс».